Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Ninja Gaiden 2004 года наш. И у нас глава номер 12 под названием «Пещеры». И, в общем, в этой главе у нас будет с вами три босса. Здесь у нас, да, довольно много, если что, скарабеев. Здесь у нас довольно много всяких там собиралок, типа того. Поэтому собирать нам тут, в общем-то, есть что. Довольно всего этого, опять же говорю, что много. А, ну, в общем... С самого начала здесь у нас такая вот загадка, типа того, вот с этими платформами. Здесь у нас вот лежит первый скарабей. А еще, кстати, да, здесь у нас две аж жизненные силы тысячи богов. То есть это, соответственно, да, эти самые талисманы, которые... Ну, в смысле, эти, как сказать, это комплект из жизни богов, соответственно, да, их там, если что-то, 9, которые нам, соответственно, сразу больше хп делает. Поэтому такие апгрейды здесь у нас довольно вкусные. Еще плюс, да, есть здесь, естественно, один камень замурованных демонов. Поэтому много-много-много-много чего вкусного, много-много-много чего интересного в этой главе у нас лежит. Глава, как видите, такая, не сказать, что прям короткая по хронометражу. Так, тут у нас, по-моему, лечилка, да, большая. Так, давай тогда вот этот мы сейчас рычаг потянем. Угу. И сейчас нам надо будет вот предыдущий еще раз потянуть. Вот этот вот. И дальше можем двигаться. Здесь у нас вот наверху есть еще один скарабей. Так, тут надо было бы камеру на самом деле нормально настроить, а вот не вот так вот, чтобы он прыгал. Рюха наш. Так, давай тогда еще раз. Угу. Так. Наверное, как-то... А, нет. Ведь я вообще даже на стенку не попал. Вот это, на самом деле, не очень удобно. То, что здесь нельзя как бы свободно управлять камерой в первом НГ. Это, конечно, да, я понимаю, что это изменили все-таки в этом в Блэке. И слава богу, что это изменили. Потому что если бы в Блэке была бы такая же камера, как здесь, то это было бы очень сильно весело, мне кажется. И, по сути, своя самая неудобная вот реально камера, это вот именно что в первой части, то есть не в Блэке, а именно вот в самом первом НГ, вот непосредственно вот в этом вот. Опять же, лично мое мнение. Скажем так, имхо. Так, тут у нас еще одна жизнь богов. И здесь у нас еще один скарабей. Скарабей здесь у нас, по-моему, насколько я помню, то 7 или 8. 7 или 8 даже лежит. Да-да-да, 8. 8, я так это по своим маркерам посмотрел. Их здесь у нас 8. А тут у нас сейчас будет этот самый Финн Челлендж 1. И за него мы получаем этот самый жизненную силу тысячи богов. Да, точно. Вот этот Финн Челлендж, который вот здесь у нас сейчас будет, мы эту приколюху как раз с вами и получим. Так, давай заюзаем жизни богов все наши. И, соответственно, погнали в бой. Так, и давай-ка дебилахра наш. Дебиларо. Почему-то его тут перевели. Или даже безупречность сюда, да, наверное, и все-таки. О, вообще всех завалил так сразу. Не хотелось особо сильно, если честно, мучиться прям как-то с этим челленджем, поэтому все-таки такие вот, в общем-то, пухи решил юзать.
Отлично. Просто всех ваншотим нашей контратакой. Если честно, мне вот эти вот финн-челленджи гораздо больше нравятся, чем то, как, например, сделаны эти самые испытания доблести во втором НГ. То есть я вот это прям серьезно вам говорю. Потому что все-таки испытания доблести, там, по сути, была у нас одна и та же локация. Вот, а здесь как-то, не знаю, все это довольно разнообразно всегда. В плане локации, да? Это очень даже круто, мне так кажется. Так, уже даже меньше 60. Парирование. То есть это, конечно, да, это понятно, то, что все-таки эти испытания доблести, это, грубо говоря, какая-то отсылка на вот такие вот именно финн-челленджи из первой части, во второй, если что. Вот, ну вот, в общем, как все это сделано было в первой, мне это, конечно, гораздо больше нравится. Ой, попал по мне, ничего себе ты даешь, вот крутой. Конечно, дядя. Четверти осталось. Меньше четверти осталось этих всех демонов. Я вот, конечно, не очень понимаю, как они от этого вот удара всего уклоняются. То есть настолько вообще крутое оружие, настолько кажется, да, в нем. Все-таки, ну да, мы в него дофига, по сути своей, да, этих денег-то вложили в его прокачку. Прокачку весла вот этого. Вот насколько же все-таки вот НГ у нас сбалансировано, да, по силам. Это вот меня очень сильно поражает. То есть даже вот с таким вот оружием, блин, настолько вообще прокачанным, настолько вообще дорогим, ты все равно порой даже можешь супером не попасть по кому-то. Так, минус. Еще один минус. А, нет, не. Того не завалил. Странно. Теперь завалил. Так, ну, ребята. Что у вас там еще? 4 осталось. А, эти. Только эти остались. Я думаю, что-то бы... Почему они идут по одному все? Угу. Да, ну и последний.
последнего можно было этот самый меч дракон на самом деле заюзать. Это все. И, соответственно, жизненная сила тысячи богов. Сейчас мы ее тоже, естественно, с вами заюзаем. И сейчас пойдем к Мурамасе, потому что он нам там что-то типа довольно интересного должен рассказать. Такого по поводу нашего меча. И по поводу этого самого... глаза дракона. То есть то, что типа это самый меч дракона и глаз дракона, это что-то типа получается там настоящий меч дракона, который там гораздо круче, чем этот, чем Dark Dragon Blade по сути своей. Вот, ну и я у него куплю эту самую карту, которая это карта это самая столица вот этой, просто чтобы она банально у нас, да, была. И еще я, по-моему, сейчас у него куплю этот самый браслет Луны. Браслет месяца, он там, по-моему, да, как так называется? Браслет месяца или браслет Луны. И еще он нам даст в этой, кстати, главе, он нам даст этот самый еще один талисман, который восполняет нам ХП. Как раз таки, да, я вам помню, да, в прошлых частях про это говорил. То, что вот этот вот браслет, он по сути своей уникален для вот именно первого НГ. То есть если он только здесь. Привет. Вы еще открыты? Думаешь, я забыл закрыть магазин в такое-то время? Чем могу помочь вам? Мне интересно, что за меч вы используете? А, погляди. А, отличный пример одного из мечей дракона, сотворенный из клинка дракона. У него потенциал безмерной душевной силы. Но одного лишь меча недостаточно. Здесь есть место для камня. Видишь? Извилистый камень, вырезанный из глаза дракона. С ним в верных руках этот меч станет по силе равным с клинком темного дракона. Темный дракон? Конечно, я знаю о нем. Я видел много разных мечей, древних и новых, с востока и запада. Но если тебе удастся найти глаз дракона... То что, прости меня? Если тебе удастся найти глаз дракона, то что? Так, вот он нам дает вот этот браслет. Я сначала, если честно, реально не понял, что этот браслет делает. Вот, оказывается, он, это самое, вам восполняет ХП потихоньку. То есть вот браслет восстанавливает силу. Как-то вообще абсолютно непонятно, да, что он по описанию делает. Но, в общем, да, я вам сказал, что он именно что восполняет вам ХП. Плюс к всему, он так это довольно быстро его восполняет. То есть, довольно такая читерная штука. Конечно, в Блэке хорошо, что его на этот, на амулет Целерити изменили. Это прям, это очень сильно читерная штука, мне кажется, для НГ. Вот, и мы, соответственно, да, естественно, будем без этого браслета проходить. Как вы понимаете. Вот, даже, может, знаете, я как сделаю? Я, наверное, сделаю еще одну бонусную часть под самый-самый конец прохождения. Ой, там я вам все приколюхи покажу. То есть я вам там, соответственно, покажу этот самый 8-битный НГ. Покажу, как менять костюмы. И покажу, что вот этот браслет делает. Как бы, чтобы вы именно что видели, да? Как его можно использовать. И что он довольно читерный.
Так, здесь вот, да, у нас еще находится карта, кстати. Карта Зархана. Такая вот она у нас. Такой срез. А здесь у нас под водой еще одна жизнь богов. И еще лежит у нас здесь скарабей. Скарабей у нас вот здесь вот находится. Так, давай тогда все. Все жизни богов хотел я использовать. Но что-то пока нет. Так, мышки. Давайте сейчас с сюрикенами с ними разберемся. Так, вроде все. Так, слегка так звук отстает. Как я слышу, да, от картинки. Довольно так сильно, на самом деле. Не слегка, а довольно сильно. Угу, минус один. Так, тихо. Ага. Так, супер. Пожалуйста, в студию. Так, у нас еще один демон этот. Вот эти демоны, они на самом деле, блин, сволочи, на самом деле, те еще. Сложные довольно противники. Так, вроде это последний уже. А, нет, не последний. Ладно. Ой, вот видите, да, сколько снимает вообще. Вообще пипец. Так, ну зато у нас этот самый супер режим этого меча активировался на какое-то время. Это нам, собственно говоря, помогло сейчас очень сильно. Так, все. Двое последних, по-моему, да? Ага. Почему-то он умер и после этого решил кастануть еще даже. Мило. Очень даже мило. Так, тут у нас лечилка, да, большая, так сейчас захиляемся. Ее, соответственно, с вами заберем. Так, наверх. Прошу прощения, конечно, за звук, но, в общем, такая игра. Все-таки, по сути своей, да, если что, мы ее проходим на эмуляторе, я вам напоминаю так. Поэтому такие, конечно, проблемы, они, по-моему, все-таки их простить можно.
Так, где еще, по-моему, сейчас будут, да. Так, двух. Сразу, конечно же. Эх. Вот вы, твари, конечно. Так, все. Со всеми разобрались. Так, тут у нас ничего. Все. Все готовы. Тут у нас ключик, который мы, соответственно, дальше с вами применим. Вот здесь вот лежит. Сейчас мы здесь еще с вами засейвимся, потому что дальше у нас довольно такой сложный будет путь. Вот сюда вот он у нас применяется. Вроде зуб перестал, да, отставать. Это за поражение. Это всегда приятно. Здесь нам еще надо вот такую труду собирать. Для того, чтобы выковать, скажем так, еще один этот ключ. Угу. Угу. Так, ну. Так, сейчас он... Он сюда сейчас ко мне поближе подойдет? А, нет, не надо. Даже-то и не надо. Так, тут нам нужен меч дракона и еще сюрикены. Ай! Ай! Так, еще руда. Если вот с этим, конечно, с платформингом, тут довольно сложно на этом уровне. Ой, да, подождать, пока он тут жахнет. Какие же вы, блин, зараза, сильные, а? О,
хотя бы хорошо с вас это синее упадает частенько. Ой. Еще раз даже рейдж мод активировали, ты глянь. Ну спасибо, конечно, большое. Потому что он просто их ваншотит. Ну просто всех так выносит. Но, конечно, печалит то, что у меня у самого хп на один удар, считай. В этом во всем. Вот я про эту тему, конечно, вот это вот меча, я про нее, конечно, догадывался. То, что как бы, да, когда у тебя мало хп, он там это, он больше дамажит. Но я, если честно, не думал, то, что он прям настолько, настолько больше дамажит. Это вот, конечно, для меня было довольно таким большим открытием. Я вам что хочу сказать. Так. А, это еще один. Еще один, это точно. Все, вроде он последний. Да. Так, и синие сенсы, естественно. Так, решил я, в общем, сразу с этими дракончиками разобраться. Но тут я что-то не достаю как-то до вот этого. Так, а вот мне интересно, я их смогу этими самыми стрелами валить? Взрывными. Да, могу. Но, блин, мне кажется, это будет довольно долго. Так, все. Обоих завалил, но они сейчас, по-моему, это, сейчас не по-моему, это зареспавнится. Когда я сюда еще раз приду, они сейчас здесь, по-моему, зареспавнятся. Эти дракончики. Так, камеру. Повернуть надо. Никогда бы не думал реально, что в НГ будет настолько проблематично повернуть камеру просто банально. Вот реально никогда об этом даже по сути не задумывался. Так, Мурамаса, что ты мне скажешь? 44, да? Больше ты мне ничего не даешь. Ну ладно, как хочешь, в принципе. Конечно, печально, но, в общем, как хочешь, как знаешь. Так, тихо. Угу. Так, ребят, ну вы подходите, дракончики-то. Дракончики, вы подходить-то будете? За уроном ко мне. Отлично. Так, аккуратно. Аккуратно надо назад. Ой, захват. Нет, не захват. Слава богу. Не, мне кажется, у меня в захват... Ну, да, он. Конечно, у меня в захват он вам шутнет.
Конечно же, он меня, блин, захватом этим своим ваншотнет просто банально с таким хп. Так. Ой, еще захват. Вот всегда забываю, блин, то, что здесь нельзя супер зарядить. По-нормальному, как это, как в Блейке. Очень неудобно из-за этого порой бывает, очень. Так, все. Так, что у нас там? 70 тысяч? Нормально, хватит. Угу. Так, тут у нас еще один скоробей. Так, здесь, по-моему, ничего нет. По-моему, этот скоробей сюда было бы более логично разместить, мне так кажется. Вот на вот эту вот, на платформу, которая как бы ближе к лаве. Ну, ладно, ничего. Приятность этому переживем, да? Здесь у нас наверху в сундучке эссенция и еще руда. Здесь у нас еще мышки. Так, все, с мышками мы расправились более-менее. Не более-менее, а со всеми даже. Расправились, отлично. Угу. Жалко, что с них этой самой синей не упадает никак. Хотя, конечно, это возможно из-за того, что у меня этот самый браслет, на эссенцию стоит. Кстати, как вариант. Вполне себе может быть и такое. Упасть надо очень аккуратно, главное, не в лаву. Если в лаву, это, конечно, не очень приятно будет, мягко говоря. Так, Мурамаса. Что у тебя там, 45, да? Да. Так, по поводу... приколю всяких, да, давай-ка вот так мы себе один талисманчик купим, потому что мы его, соответственно, потеряли с вами. Ой, вот это очень неприятно было. Это очень было неприятно. Ой, это еще более неприятно было. Так, тут, по-моему, можно, да, вот до вот этого допрыгнуть, островка. Тут уже изи. Дальше. Угу. Спасибо, НГ. Ну, ладно, ничего, это все равно я этим самым рейдж-мод этого оружия активировал, поэтому сейчас у нас будет босс. Ой, с боссом нам будет очень просто, на самом деле, справиться. То, что у нас от самого увеличенный урон от этого будет... И урон этот увеличенный, он очень сильно увеличенный. То есть вот вы сейчас увидите еще один скоробей. То, что этот урон, он прям вообще, он пипец. Какой мощный.
босс это сам всегда довольно несложный. Это, если что, этот и Йотунфрау, по-моему, да, его звать, этого босса. Ну, видите, сразу очень дофига снимает. Ну, все. Почти там все хп. С одной камбухи, считай. Здесь у нас, да, вот лежит еще этот самый камень замурованных демонов, вот здесь вот в сундучке. Сейчас мы до него спустимся с вами. Вот, соответственно, вот так вот. Еще раз сохранимся на всякий случай. И да, этот случай он был все-таки таким важным, потому что сейчас я тут очень много раз умирал на пути к следующему боссу. Даже, как видели, использовал все-таки эту самую большую лечилку себе, потому что дальше у нас будет еще одна, соответственно, да, большая лечилка в сундуке. Так, аккуратно. И сейчас вот сюда вот надо прыгнуть. Отлично. Проходим. Вот, конечно, господи, эта камера, она меня просто банально убивает. По сути, по поводу того, какая она неудобная. Так, эликсирчик. И еще раз засейвимся. И сейчас у нас тут будет червячок. На самом деле, вот этим вот огоньком тоже себе можно было бы снять жизни. И использовать это самое весло на него. Так, тут еще один скоробей. Уже, соответственно, последний в этой главе. Ага. Так, здесь у нас в сундуке лежит этот самый... восстанавливалка Ки, сильная. И, соответственно, червячок наш. На червячка, как казалось, на него работает этот самый сюрикен бумеранг. То есть я вот так-то убить могу легко, как видите. Чуть-чуть, конечно, но ему хп все-таки отнимается. Это так довольно приятно. То есть, по сути, каждая его атака — это какая-то часть ему урона от меня ему прилетает. Это очень приятно. Вообще прям буквально каждая. Последняя, так, аккуратно. Все, последняя. Отлично. А дальше у нас еще одна жизнь богов лежит в этой, на этой локации. И, в общем-то, все. Дальше у нас уже идем к последнему боссу. Здесь это этот самый Смауган. Это этот огненный дракон, типа того. Thank you.
И здесь сейчас надо довольно быстро проходить вот этот момент. Потому что здесь прям очень мало времени дается на его преодоление. Так, Мурамаса, что ты мне скажешь? По идее, у нас, да, 47 скоробеев. Пойду я еще, думаю, что сохранюсь. И сейчас мы отсюда, наверное, пойдем как раз-таки уже к этому, к самому, к нашему дракончику. И он, кстати, тоже с этим самым, с рейдж-модом будем убивать. Этим самым нашим веслом. Просто потому, что мне так более... более прикольно, по крайней мере, да, показалось. Ну и тут как-то этот урон еще получил, видите. Решил, почему бы, блин, не зарядить сейчас по этому дракону. Еще плюс вам показать, то есть, да, как бы, как вообще работает этот рейдж-мод. Потому что, по сути, своей вот этот вот босс, который у нас следующий, он умирает именно при рейдж-моде. Он умирает с 4 комбо. То есть, ему за один раз можно где-то четверть, даже, по-моему, чуть побольше снести. Чуть-чуть побольше. У нас Смауган наш. И, соответственно, сейчас мы идем на эту, на левую платформу, на верхнюю, кстати. И оттуда просто его начинаем фигачить этим нашим веслом. Вот сюда вот. Сейчас берем весло. Оно у нас, соответственно, да, горит, как вы видите. То есть, это самые вот эти красные символы, они у нас горят. Это значит, что у него сейчас именно что Rage мод активирован. Главное, после захвата вот этого не бейте. И смотрите сейчас, какой урон. То есть, вот где-то даже чуть-чуть побольше, чем 1/4 хп я вот ему сейчас снял. Не намного, но чуть-чуть побольше. Это еще на максимальной сложности, если что. Ну и так вот его продолжаем, в общем-то, кошмарить потихонечку. И, ребят, я, наверное, буду на этом с вами прощаться. С вами был я, Артем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео избранное, вступайте в группу ВК. Все это очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем вам, ребят, большое-большое за это все спасибо. За убийство, да, если что, этого босса мы получим еще одну жизненную силу 1000 богов. Так что, такие дела. Еще раз. Всем на этом, в общем, до скорых встреч. Всем на этом, ребят, пока.